Здорово, народ! Какие дела? Вы на канале Виталкер, а это самая лучшая модификация на Сталкер Чистое Небо Last Fallout Overhaul. 13 серия. База Шрама. Разработчики наконец-то починили сохранение, и мы можем продолжать проходить модификацию дальше. Графон не должен стать получше, сообщите, пожалуйста, если стало лучше. Ну, мне прям очень красиво. Прям очень. Мы вернулись в лабораторию X18. Так. И необходимо нам бармену принести документы. Отдадим бармену документы, я покажу награду и новый квест интересный. Где ты, хер? Привет, я вернулся. У вас есть то, что я ищу? Да, есть. Отдаем документы о ремонтных работах в туннеле Юпитера. Получаем пси-шлем, дробовик. Оптический прицел 5000 и аптечку. Пси-шлем. Прототип, разработанный учеными для защиты людей от пси-излучения. Не настроено. Но тем не менее, телепатия плюс 84. Охуенно. Великолепно. Должен был выйти 6-й патч, который я очень долго ждал, потому что в этом патче на баре сохранения сломались окончательно и вообще невозможно было игру запустить. Они долго-долго делали обновления, разработчики. Ну, потом такие... А, вот он фикс. Все-таки на старое. Ну, я такой, окей, давайте. И теперь у нас квест. Покинуть росток. По сюжету дальше нас будет вводить на агропром. И посетить свое убежище, которое, собственно, находится перед нами. Давайте. Пойдем. Посетить свое убежище, задание выполнено. У вас теперь, кстати, картинка должна быть полноценная 2К. Вау. Ну, бар. Ебать. Что мы тут видим? Тиски. Пока ни на что не реагируют. Задел на будущее. Сейф. Еда, медицина. Какой хлеб плохой? Забираем. А плохой хлеб обратно. Плюс. Ну, вау, я вам скажу. Велес. Броня долга, которая, кстати, получше нашей. Два рюкзака под тайник. Это усовершенствованный налобный фонарик. Это военный. Военный, по-моему, получше. 6000 и 3000, да, военный получше. Батарейки жалко доставать нельзя. О, это с противогазом. С противогазом некрасиво. Сразу худ такой этот появляется от маски. Ну, мне не нравится. Лучше так, так вообще красота. Давайте следующий сундук. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Берем перегруз. Давайте броню вставим, в принципе, что нам ее таскать. Ага, еще чуть-чуть нужно. Рюкзак один скину точно. Фасоль. Все. Вот и порешали. Давайте посмотрим новое оружие. Начнем с пистолета. О, как он его держит. Прям в руке, кстати. Криво. Удобно так стрелять. Ну, прикольный. Петух. О. Такая линза интересная. Такая перезарядка у нас. И это у нас СИГ-550. Ух ты. Два варианта прицела, кстати.
И... А затвор не? Нет анимации передергивания затвора. Но я не знаю, есть ли пушки такие, которым не нужно передергивать затвор. Но в целом очень прикольно. Предлагаю оставить СИК себе, побегать с ним чуть-чуть. Арена снова готова принять бесстрашных сталкеров. Есть желание весело провести время и заработать дополнительных деньжат. Приходите. Учтем. Ну, П-90 на близкие дистанции. Фигово, что нельзя комбинировать. Я бы взял на близкие дистанции, ну, средние, не близкие. Вот это, потому что, ну, зум не прям конкретный, да? И снайперку бы взял. Это слот для снайперского оружия, к сожалению. Никак иначе мы не скомбинируем. Дробовичок свой я оставлю. One love вообще. Налобный фонарь. Во. Да пошел ты. Барыгу, кстати, доработали у него. Теперь побольше тут всякого интересного. Нихера себе. Сева. Ну, я бы взял себе Севу на самом деле. Ну, пока нельзя выключить эффект шлема. Не хочу. Вот просто мне не нравится. До безумия вот эти вот все эффекты. Что-нибудь все-таки надо с комбезом решать, я думаю. Флешки обязательно забираем с собой. Алмазы тоже пока не знаю. Вроде бы их можно теперь продавать информатору, но... Нужно ли оно нам? То золото. Не все золото, что блестит. А что блестит, то в курсе дела. О, так мы можем бронебойных 600 набрать и в путь дорогу заново. Вот это вот все шипотреб, это вода минеральная. Радиация минус 5, зараза плюс 10%, жажда, сытость, выносливость минус... Что? Выносливость минус 10. Так, короче, идешь лесом. Батарейки обязательно с собой берем. Короче, давайте я соберу все необходимое снаряжение и потом покажу, что если я там понавыбирал. Прошу обратите внимание, что артефактов на минус радиацию прям совсем нет. Давайте посмотрим еще у барыги. Очаровательно. Так, пока это. О, минус 3. Светящийся кристалл, минус 3 радиации дает. Выносливость минус 1. Выносливость мы компенсируем. Да. А, вот, золотая рыбка нам компенсирует заразу. Покупаем. Вешаем рыбка. Пузырь. Светящийся кристалл. Ну, наверное, все-таки еще один пузырь. И еще одну рыбку бы прикупить на самом-то деле, да? Получается, как получается? Ну да, чисто характеристики старая она мне нужна. Еще один пузырь, еще одна рыбка. Так, а у меня там нет случая на рыбке. Ебать, я долбоеб. Я шифт нажал. Я в охоте. Ну примерно вот так я себе это представляю. 155 килограмм. И один какой-нибудь можно еще повесить дополнительно, например, плюс 3 и плюс 5. Да, давайте как-нибудь так и закончим. Тебе чего надо-то? Так, в целом вроде бы огонь, вот с таким снаряжением, вот так прокачали СИГ. И вот так прокачали Севу. Вроде бы все неплохо, батареек взял, пули, пуль даже, наверное, много, но если что, там тайник положим, заскладируем на агропроме. Ну и ПНВ, белая ночь. Извините, все-таки выбрал Севу, чтобы нацепить как можно больше артефактов и отправиться в путь.
Черт, ты здесь делаешь?